have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Вначале я хотел бы зайти сюда, я потом уже на постмонтаже видел... О, чувак сидит, рыбку ловит. А вот эта штука, она что-то... А что это? Срывайте листья клевера со стебелька. А что он дает? Это как это не карта, вряд ли. Карта нам показывает, что это. Ну, что-то сохранилось, ладно. А, ты можешь меня перевести? Уф, ты, наверное, заметила, что мост починен. Теперь они хотят, чтобы я дала тебе советы по колоде. Ну, типа, используй редкие карты, они гораздо сильнее обычных. Ну, разумеется, эти переписчики мне порядком надоели. Один безумнее другого. Без шуток. Я тебя понял. Иногда я ловить отсюда. Искать хорошие рыбки, испорченные рыбки, старые рыбки. Почему оно с этим? Ладно. Может, какой-то программистский юмор. Мы, в общем-то, двоих смотрителей отсмотрели уже. Поехали теперь. Ну, раз мы, типа, смещаем робота, поехали тогда к роботу последнему. Пока что мы можем сюда пойти. Я тут еще не был. Так, а ты кто? Записка. Приветствую. Если ты это читаешь, значит, ты желаешь вызвать меня Магнификуса на карточную дуэль. Я окажу тебе эту честь, но сперва ты должна сразить 3 моих выпускников. Их местоположение тебе предстоит узнать самостоятельно. С уважением, Магнификус. Магнификус, да? Так, а что за монокль? Что за перди монокль? А, причудливый монокль. Вы его надеваете. Зачем? Ух ты, ё. Череп. Крыло. Череп. Череп, крыло, череп. Там дверь тоже есть, я вижу. А, тут шкурки. Собранные карты. Что? А, тут я могу просто, типа, собрать свою... Что происходит? Я не уверен пока что. У нас, кстати, есть там чувак из склепа, который тоже еще пытался нам что-то сказать. Что за череп? Крыло? Череп. Да, но к чему это? Изнутри сундук был покрыт липкой зеленой слизью, но вам удалось найти один набор карт. Волшебные карты. А ты кто вообще? А ранний хозяин? Летун. Возьмите по одной карте за каждую единицу урона, которую ранний хозяин нанесешь. Ага. В смысле, не ага. Так, а ты пустой проводник. Может замкнуть электрическую цепь, но не дает никаких преимуществ. А я еще не сталкивался с тем, что мне надо замыкать какую-то цепь. Но я их заберу, конечно же. Че, даю же коллекцию. А мне нужно выйти отсюда, я так понимаю, наверное. Или стой, 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 а кристалл? Что за кристалл? А! Я понял тебя. Череп, крыло. Блин, все гораздо проще оказалось. Череп. Это боль невыносима. Помните эту штуку в банке, да? Мои органы плавятся. Видишь, Магнификус превратил меня в эту слизь для последнего экзамена. Мне нужно одолеть еще одного соискателя. Тогда я заполучу свое законное место. Законное место в колоде хозяина. Я стану одним из его бесценных козырей. И что меня не остановит? Ну, наверное, кроме меня, я так понимаю.
Я как бы играю сейчас практически полностью игнорируя магические карты, если шутить, твою колотить. Зеленый маг. Когда на столе появляется зеленый маг, сила этой карты равняется количеству зеленых камней. То есть мне, по идее, нужно изумрудный мокс. Ну, зеленый же, да? Он изумрудный. Что-то как-то что-то... А, кстати, стой. А куда он делся? Ладно. Пока дефаем, минус 2 урона по себе, к сожалению. Две кости. Я, кажется, понял, как это работает. Давай-ка. Так. Птица у нас сюдится. И две кости я получил. Ты у нас сюда. Ого. Ага. Но я-то 3 урона наношу, и ты мне 3 урона наносишь. То есть пока что мы нормально идем. Я никого не бил. Ему вот придется вот этого поставить. Он его один раз ударит. А он мне 2 урона нанесет. Хорошо, хорошо. Да, так, рыба. Рыбе я пока ничего не сделал. У меня нет жертвоприношений. 10. Ждем еще. Ну, мы типа в туда-сюда играем. Я вот этого убью сейчас. И он же занырнет после этого, да? Да. То есть я буду 4 урона теперь наносить. Угорь выныривает на поверхность. Конечно же, он выныривает. 6. Здрасте, у меня тут стимбот для вас. Ну, как бы вот и все. А, ну, здрасте, вот, да. Два, семь. Семь талончиков у меня. Ну, хорошо. Ладно, этого чувака мы расколупали. Нет, прошу тебя. Пожалуйста, скажи хозяину, что я сдал экзамен. Он ничего не узнает. Вот, возьми этот набор. Я получил волшебный набор карт. О, оленя, олененка. И еще этого. Ну, я же говорю, что как бы... А, ну, ладно, потом посмотрю. Я просто волшебными картами максимально не пользуюсь. Вот, я могу открыть для тебя эту дверь. Поэтому у меня как-то вроде более-менее сейчас неплохо сбалансировалось все. А, типа зеленый, оранжевый, я тебя понял. А что за люк? Хорошо, спасибо. Спасибо, что не уронили хотя бы меня об эту штуку. Так, сундучок. Борткарт. Вот, я вот это не смотрел. Железный... А, зелено-живый мокс. Ага. Пока зелено-живый мокс на доске, владелец и зеленый самоцвет, пока... Да, по зеленому... Нет, стой. Вот так, да. Оранжевый самоцвет. Короче, двойной мокс-мопс. Как его? Гурмаг. Используется при нажатии. Отдайте две кости, и гурмаг получит 1 единицу здоровья и силы. Неплохая комбинация, кстати, такая. Но ему нужен вот эта вот зеленая фигня, да, скорее всего. Мускулистый маг. В конце хода владельца мускулистый маг перемещается в сторону изображенного символа. А также толкает все карты. Он типа 1-1. Опять олененка мне дают, так настаивают на этом. Добавлены в коллекцию, я крайне за себя рад. Так, а ты кто, дружище? Манекен смотрит на вас безжизненным взглядом. Внезапно он начинает шевелиться. Серьезно, я с манекеном дерусь?
Стой, подожди. А ты кто? Силовой маг. Силовой маг не подвергается намеченной атаке другого существа. Классно, рад за него. За одно приношение. Давай. Три энергии, я могу еще и автомат сюда поставить. И он мимо за энергию. Два урона, неплохо. Не подвергается атаке. А, он просто типа... Получено фейловое файл. Он типа просто отменяет атаку. Не то, что он и пропускает. Или... Я понял. Шарниры встают в прежнее положение, и манекен снова обретает безжизненный вид. То есть я могу так делать долго, я так понимаю. Хорошо, давайте сразимся с... Блин, а тут что-то другое же будет, да? Неужели... Нет! Подожди, а как? Я получил кролика, я крайне рад за него. О! Череп. Ага. Я же вот этого никак не убью, да? Ну-ка. Вставляет вместо себя рубиновый мокс. Череп, рука. Перемещается. Он получил 5! Череп, рука и еще что-то. Так, ну давайте пробовать. Третье мы, может, и угадаем. Крыло. Хорошо, возможно, я мог это узнать, и, возможно, оно имеется в виду, что оно будет методом подбора. Не знаю, как тут загадывалось. Представь, что ты кубик льда, медленно тающий на горячей сковородке. О, я просто говорила сама с собой. Когда ты просто голова на копье, то твоя боль... Ну, в общем, она того стоит, разумеется. Магнификус окажет мне высшую честь. Я стану жемчужиной его колоды. Ну, возможно... Что у тебя там? Волшебный рыцарь. Если на носке у владельца нет мокса, волшебный рыцарь погибает. Мокс. Мокс. Ну, как минимум, кроличью нору надо ставить. Во-вторых, нужно блокировать удар рыцаря, потому что после этого он раз... А ты кто? Рубиновый голем. На освободившейся ячейке появляется рубиновый мокс. Я тебя понял. Включайте кролика. Когда на носке появляется король. Крольчатник. Я каждый ход получаю король. Ну-ка, давайте посмотрим. Четыре. Нет, нифига, я не каждый ход получаю кролика. Давайте кролика тогда в жертву приносить, чтобы хоть косточки выпали. Так, как минимум вот это я сделаю. Во-вторых, дарит своему владельцу кость в конце каждого хода. Но давайте его напротив мокса вот этого. Выкапывает кость.
меня появляется еще одна кость. Так, значит. Погибает. Банши. По напрямую, даже если против есть препятствия. Давайте я вот этого чувака пока что. Блин! Это я тупанул. Минуточку, а каким образом Мокс получает урон? Вы чё? Что, извините? Карта Моксов на стороне владельца получает единицу силы. Мне его надо ухреначить. Короче, смотри, делаем вот так. Делаем вот так. И... Ты продержишься два хода, да? Делаем вот так. Чтобы Мокс не бил. А я скоро продую, кстати. Все, все повзрослели. Блин, а мне не хватает. Так, атакуем. Мне надо в двоих убить точно. Черт. Я в опасности. А мне один урон сейчас нанесет, хорошо. Я пока что еще в неплохой ситуации. Подожди. Выпадают вот эти карты по две капли крови. Я не хочу по две капли крови. Давай. Я могу вот это сделать точно. У меня уже 4. Поехали. Ух. 5 костей. Супер. У Раули. Неплохо. 6. Вообще офигенно. Чрезмерный урон. Еще и вот этого убил, скорее всего. 12. Супер. Ладно, с этим справились. Может, я и не стану его основной картой. Без разницы. Пусть держит меня в колоде запасных. Я привыкла его разочаровывать. Возьми этот набор. Жаба. Давно не виделись. Ну и опять же, куча разного вот этого вот магического, но я пока не вижу смысла раздувать свою колоду, пока она у меня находится в относительном балансе. Иди. Ну, спасибо. Низу! Ну, почти... Ну, в принципе, логично, с этой стороны поднялся. Я просто тупанул. Сундук был пустым, за исключением одной карты. Я забрал кролика. Так, верхний символ найдется у скупердяя. Средний символ найдется во мгле. А как мне его осветить, извините? А нижний символ найдут те, кто плохо слышат. Или же те, кто хотят слышать меньше. У скупердяя это здесь. Крылом. Теперь. А как мне во мгле? Вы нормальные? У меня что-то только карты есть. Как я вам что сделаю? Ах ты ж, ёпырасотек! Череп. Крыло, череп, ну и третий подберем. Так, послушаем, давайте послушаем.
Слышите там на фоне звук какой-то? Стрелочка вниз. Так до сих пор и не понял, как это работало, ну ладно. Наконец-то стимуляция. Мое испытание — сенсорная депривация. Если что, чтобы раскрыть мой истинный потенциал, и если что. Теперь он раскрыт, слышишь, Манификус, я готов. Надо сразиться? Да, пожалуйста. Я поставлю Котю, потому что ее доить потом можно будет. Меня сейчас будут бить на 3. Это печально. На 4. Вот взорвет кошку! Если сдохнет. Подожди. Если убить бота. Да, он убьет мне кошку, я понял тебя. Пять. Ну, с этим все попроще. Так, Драугр. Если убить существо... Нет, давай вот этих ребят поставим. Да, нормально. Это стимуляция просто нечто. Мы же еще не закончили, верно? Я вновь хочу видеть лучи света, хочу петь, танцевать. Может, ты же не собираешься вот так уйти? Давай карты, и я вот так уйду. Так, бота дал мне друидища. Вот этот фанат самоцветов. Если на ске владельца нет мокса, фанат самоцветов погибает. Это, к сожалению, да. Так, мокс получает единицы. А ты у нас карч, ладно. Опять же, магическая шелупонь. Ведь так, блин, сорян, я просто протыкал немножечко, что там было. Я каждый раз совершаю эту ошибку. Почему? Так. Записка. Дрожащая Гримора. Я подозреваю, что план ПОЗ приведет к вещам более серьезным, чем простой захват власти. Его затея касаемо великой запредельности повлечет за собой непредсказуемые ужасные последствия. Записка резко прервалась. Я прошу тебя поразмыслить над... Чем? Ты наконец добралась до меня. Как сражались мои ученики. Хотя это не важно. У нас есть проблемы гораздо серьезнее. Ты хоть осознаешь, частью какого холста являешься? Нет, да, ты всего лишь кисть. Всего лишь инструмент гениального художника. Предвидение жжет мое око. На будущее обещает быть очень-очень мрачным. Сперва мы должны сразиться. Ну, давай. Узри кисть переписчика во лжбы. Мои ученики все бы отдали, чтобы быть увековечены в моих картах. Но это не единственное предназначение моей кисти. Эту карту нужно отбелить. И немножко красок. Можно не все, блин, мои карты так... Так, карта моксов на столе владельца получает 1 единицу силы. Какие к черту моксы вашу ядришу? Тунец больше не ныряет. Красавчик, блин.
Я получаю кролика. И кролик получает что? Когда на носке появляется кролик, вы берете только карт, сколько моксов лежит. Нафига мне моксы? Зачем мне эта ересь? Я кролика поставлю, чтобы... жертву приношу. Блин, он меня убьет. Три, один, один. А я все равно продую, да? Мне это не поможет, он мне два урона наносит, он выигрывает. Иди ты со своими красками. Моксы, шмоксы, блин. Короче, если сейчас еще раз файт пойдет как этот раздец, то мне придется ставить моксов в колоду. Я не хочу! Узри, уфигри. Так, немного, да-да-да. Да, хорошо, я тебя понял. Остается рубиновый мокс, да? Да, хорошо. Тогда... давай вот так. Потом у меня будет кость. Я не на то поставил, у этого урон появился. Чтоб тебя. У меня собака нету трех костей, ладно. Во, рубиновый мокс, хорошо. Ну, плохо, конечно. Мне все это магическое говно делает. И... ну, я опять, кстати, проиграл. Это так бесит. Ты берешь, делаешь себе баланс, и оно берет, лезет в твою колоду. Свою колоду улучшай, там, делай все дела. Зачем ты в мою колоду-то лезешь? Символы лишние. У тебя хромосома, блин, лишняя. Три энергии надо. Так, одна ставлю зеленый маг. Сила этой карты равняется количеству зеленых камней. То есть он получает, по идее, один урон потом от белки. Я еще от нее одну кость получу. Хорошо. Самоцветы, шмоноцветы, блин. Ну я три урона сейчас еще отгребаю. Не, ну это нереально. Я еще один урон получу, я проиграю, да, от одного урона? Да. Блин, это надо... Я не хочу идти переделывать свою сраную колоду, мне еще потом с этим ботом... Ай, какая же ты тварина. Придется кучу этих моксов, блин, понаставить, йокселей, мокселей. Вот этих поставлю, основных, которые.
Подожди, изумрудный мокс. Их же можно ставить, они без цены, да? Их просто ставишь. Ну, по идее, да. Младший мудрец. А где обычные? Я что-то не понимаю в этой жизни. Кровь. Ну, я понимаю, что у меня мало карт этих, ну, блин. А как? А что? Че этот музончик туповатенький? Ой. А, магические он... Магические не трогай, потому что они красочные. Не, ну офигенно, ничего не скажешь. Я первым шагом ничего поставить не могу. Рубиновый мокс. Сюда его надо поставить. Я два урона отхватываю моментально. Еще один мокс. Я получаю кролика. Хорошо. А кролик получает шипы. Хорошо, я не против. Давай, поехали. Он убьет этого любителя моксов. Тоже получу кролика, классно. Сколько карт, сколько лежит ваши... Сколько моксов лежит, столько же карт получу. Какой долбанутый файт, блин, просто трындец. Карты моксов получают... Офигенно, да. Блин, ему два надо. Я каждый раз забываю об этом. Мне нельзя урон получать. О, у меня тогда карта Мокса получит. Ага, получит по башке она, потому что мне потом придется... Будем тогда этими же картами бороться, ничего не поделаешь. Давай дроидище сюда идет. Один урона, тыньк. Оленя. Оленя получает зайца. Кролика. И что мне даст кролик на этот раз? Один урона. Какой ужас. Какой ужас просто. Это невероятно. Дроид еще остался, красавчик.
Так. Кости. У меня, кстати, кости есть неплохо. Музыка просто вынимает душу. Я ее ненавижу уже. Просто не знаю как. Так. Белка бесплатная. Ну да, он его убивает. Мне это вообще не проблема. У меня тут есть еще один дроид еще. Второй раунд. Ну, конечно. Видимо, возраст уже дает о себе знать. А, возможно, мне вновь придется разукрасить карты своей кистью. Нет, все, конечно, весело. Это кошмар. Сколько может моксов лежит? Берете столько карт, сколько моксов. Ага. Да убери ты своего... Ну ладно. Ну ладно, ты прекратишь издеваться над моими ушами наконец-то. Блин, это была самая отвратительная музыка. В принципе, все, я хочу уйти отсюда. Что ж, мы заразились, теперь я могу тебе открыться. А видишь ли, мой глаз, он болит, потому что помнит, как его вырвали. И не абы кто, а сам леший, переписчик зверей. Он сам тот еще зверь, высокомерный, упертый, одержимый захватом власти. Но он еще не самый гнусный гегемон на этих просторах. Как ни страшно, удаление моего глаза еще не самое худшее, что могло здесь случиться. Я также должен предупредить тебя насчет... И исчез. Колода карт. Маг. Стимуляции. Маг-стимулятор, это опасно. Ты кто еще? Гаечная гончая. Блин, кстати, за 6. Прикольно. Костяная гончая, гаечная гончая и куча магического шлака. Так, можно, пожалуйста, вот это вот весь бред этот, блин, поубирать отсюда? Я бы взял, например, вот эту штуку. Белка, попрыгунчик, гаечная гончая. Пусть одна штука будет. Я пошел отсюда. До свидания просто. О, тентакли. Великий кракен. Когда ходит противник, великий кракен ныряет вглубь. При этом существа напротив могут атаковать, вылететь с карты на карту напрямую. Давай, иди сюда. Великий, блин, кракен. Мне что, теперь вниз вот это вот пердачить? О, тут вот для чего эту дыру сделали. До свидания, сраное магическое королевство. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Ребятушки, давайте тогда эту серию заканчивать. Пока что магическое королевство было самым ужасным, что здесь было за все это время. Ну, ладно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.